Угроза ядерной войны нависла над планетой, словно дамоклов меч. Об этом заявляют в ООН. Договор о нераспространении ядерного оружия нужен нам сейчас, как никогда раньше. Об этом аккуратно намекают американцы. Мы решили действовать сдержанно и избегать шагов, которые могли бы непреднамеренно усилить ядерную напряженность. Но в то же время они открыто говорят, кто на сегодня представляет самую большую ядерную угрозу в мире. Мы отказались от ранее запланированных ракетных испытаний и не повышали готовность наших ядерных сил в ответ на российское брецание оружия. Конечно, это Россия. Силы есть. Ума не надо. О своих опасениях по поводу ядерной угрозы мировые лидеры говорили 1 августа в Нью-Йорке, где проходила целая конференция, посвященная этой теме. Ее изюминкой стало обращение президента России, который написал в ООН целое письмо на тему ядерной войны. Вы не промахнулись, вы приняли правильные решения. Его, это самое письмо, зачитали всем присутствующим, которые в 10-й раз услышали типичный путинский цинизм. Кто как обзывается, тот так и называется. Ведь российский диктатор написал вот что. В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Россия, как государство-участник договора о нераспространении ядерного оружия, последовательно следует его букве и духу. Это типичные заготовки Кремля, которые иногда выдает Министерство иностранных дел России. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. И в этот же день, когда они прозвучали в Нью-Йорке, приспешники Путина показали его настоящую позицию в вопросе ядерного оружия. Понимание здесь есть, и надеюсь, что в самое ближайшее время будут подготовлены все необходимые решения. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, написал. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже. И не мы в ней виноваты. Это очевидный ответ России на предложение Джо Байдена заключить новый договор с Россией и Китаем о контроле над ядерным оружием. Но, похоже, в Кремле от него откажутся. Ну вот, приползли. Байден, скрипя сердце, выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году. Это в который раз подтверждает, что Путин первый, кто пугает весь мир ядерным оружием, а особенно в последние 5 месяцев. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. После путинского вторжения в Украину мировые сообщества объединились против Кремля, несмотря на его ультиматумы. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Евросоюз, ООН и НАТО начали помогать Киеву оружием, из-за чего Путин в первые дни войны пригрозил ядерной кнопкой. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Дальше была небольшая пауза и даже небольшое публичное опасение Третьей мировой войны. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Но вот к Путину приедет Макрон, и в Кремле вновь прозвучат уже открытые угрозы всей Европе. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. Если добавить сюда постоянные ядерные темы на российском телевидении... Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню. И увлечение самим Путиным ядерным оружием как таковым... У него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, который может достичь любой точки практически. Реальная картина вырисовывается сама. Путин действительно одержим идеей ядерной войны, хотя публично это отрицает. Ура! Ура!
Тем не менее, военные эксперты не верят в ядерные удары России. Я думаю, что мы придаем чрезмерное значение российским угрозам о расширении границ войны и о ядерном оружии. Я не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Так думают и российские элиты. Если вы заступитесь за Украину, мы начнем ядерную войну, в переводе на русский язык. Но на что готов пойти Путин, чтобы добиться своего, и что у него в голове, предугадать невозможно.